6 миллиардов 102 миллиона рублей. Такую помощь получил самарский бюджет. Основная часть этих денег будет направлена на выплаты работникам сферы образования, а именно вознаграждение за классное руководство в школе, ежемесячные выплаты молодым педагогам и воспитателям детских садов. Также деньги запланированы на переселение людей из аварийного жилья, повышение зарплаты отдельным категориям работникам сферы культуры и дополнительного образования. Кроме того, на строительство детских садов и подготовку летнего детского отдыха. Это, конечно, и радует, и обнадеживает, но и в то же время надо понимать, что сегодня перед органами местного самоуправления стоят и более амбициозные задачи, которые определены главой государства Владимиром Путиным, которые определены в послании губернатора Дмитрия Азарова, вот, и на их реализацию нужны, так сказать, более серьезные ресурсы. Депутаты Думы распределили и оставшиеся с 2019 года средства. Это почти 500 миллионов рублей. Их потратят на первоочередные социально значимые направления, которые ранее были определены депутатским корпусом совместно с городской администрацией. Среди них я отмечу капитальный ремонт учреждений физической культуры и спорта, текущий капитальный ремонт учреждений образования, а также выполнение проектных работ и перепрофилирование действующих групп в ясельные, приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В итоге доходы самарского бюджета составляют 28 миллиардов 259 миллионов рублей. Но это не окончательные цифры. К концу года казна еще неоднократно пополнится. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.